В эти выходные над Чебоксарами будут кружить вертолеты и даже истребители, но наблюдать за их полетами возможно только в аэроклубе. Именно здесь пройдет очередной фестиваль радиоуправляемых авиамоделей. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Модели маленькие, но у них большие возможности. В небе над Чебоксарским аэроклубом они продемонстрируют зрителям фигуры наивысшего пилотажа. Самолеты будут уходить в пике, делать бочки, петли и даже зависать над землей. Фестиваль «Чуматары» в Чувашии проходит уже в пятый раз. Его участники прямо на взлетно-посадочной полосе посоревнуются в точности полетов и выставят свои модели на гоночный круг. Но самое зрелищное испытание участникам уготовят напоследок. Зрители увидят необычный воздушный бой. Авиамоделям будет необходимо сбить ленточку с другого самолета. С каждым годом слет малой авиации приобретает новых поклонников. Сюда приезжают гости не только из близлежащих регионов, но и Москвы. Раньше мастера воздушных виражей на протяжении 4 лет собирались в Цивильском районе. В этом году количество участников увеличилось, и организаторы перенесли фестиваль на более просторную полосу столичного аэроклуба. Этот уровень, который в этом году показывают Чуматары, очень достоин российского уровня. Вот. Я думаю, что если они на будущий год будут такими же темпами развиваться, то будущий год, я думаю, соберет больше народу. И я думаю, что будут уже подтягиваться из Москвы ребята с Питера, как вот, допустим, там в Великие Луки приезжают, ну и из-за границы приезжают туда. В этом году сюда вновь приедут чемпионы престижных турниров авиамодельного спорта. Именно они покажут возможности авиакопий, которые уже сейчас берут на вооружение силовые структуры. Торжественное открытие фестиваля «Чуматары» состоится в субботу в 10:30. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.